Щенок Леший, первая шерстка и дружба с волонтером. Щенок по кличке Леший из домашнего мини-приюта собаки Семашка. Прошел уже почти целый месяц, как этот парнишка попал к нам в приют. За это время мы очень много успели с ним пережить. Предательство и безразличие людей, которые его бросили. Безнадежные диагнозы в клинике. Настолько жуткие бессонные ночи на грани. Он долго привыкал к новому месту, часто капризничал, показывал зубки, кусался и почти неделю наотрез отказывался выходить из переноски, которую воспринимал как собственный домик. Самый страшный критический период в его жизни уже, слава богу, позади, как и проблемы с адаптацией и поведением. И теперь уже волонтер Марина Бельдяева с ним самые лучшие друзья. Он принял ее. Еще один большой успех – начала расти его шерстка. Она еще едва заметна, но поверьте, уже совсем скоро этого паренька будет не узнать. Порой он немного еще чешется, но тут у нас существенное улучшение. Лечение дает свои плоды, и кожные проблемы уже его не так беспокоят и не нервируют, как это было в самом начале нашего с ним пути. Стал он проще относиться к своему и вынужденному уединению. Сами понимаете, это все переносится, и могла бы начаться просто эпидемия в приюте. За последние дни заметно повеселел и даже немного научился развлекать себя сам. Хозяйку уже всегда встречает с бесконечной искренней радостью и с вопросительным взглядом, принесла ли она на этот раз что-то вкусненькое и интересное. С этим порой у нас напряженка, ресурсов на развлечения и угощения не всегда хватает. Поэтому частенько в качестве игрушки ему достается громкая и трескучая пластиковая бутылка, недорого и долгоиграющая, а в качестве вкусняшки миска с кашей. Но это уже мелочи. Немного грустные, но все же мелочи. Самое главное, что за столь короткий срок, благодаря вашей помощи, он проделал огромный путь от безнадежного пациента, от едва держащегося на лапках забитого и всего боящегося щенка, до крепкого, энергичного, веселого, любопытного, постоянно увлеченного окружающим миром мальчишкой.